Так это ты протеже Бринильфа, да? По мне, ничего особого ты из себя не представляешь. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Чудно. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Тебе удалось сделать то, что не вышло у Векса в Златоцвете. Так что ты молодчина. Но говорят, там тебе попалось что-то такое, что может создать гильдии проблемы. Короче, пока не подставляйся без надобности. И делай, что скажет Мерсер. Он во всем разберется. К слову сказать, есть такое. У меня есть покупатель, который отличается, так скажем, весьма странным вкусом в литературе и ищет некоторые книги. Мне он сказал, что ищет записки сумасшедшего. Писание безумного мага по имени... Арандио. И еще говорит, что всего их 4 тома, и их еще попробуй найди. Мой клиент предлагает за них очень хорошую награду, которой я с радостью поделюсь. Тогда договорились? В старости Арандил перебрался в ледяные пещеры под названием Ингвильд. Он предпочитал заниматься своими... экспериментами в одиночестве. Только слухи. Когда-то он жил в Данстаре, пока его дом не сожгли. Люди говорят, что он занимался чудовищными экспериментами по оживлению. Ритуалами, которые под силу только некроманту. С тех пор, как он ушел в Ингвильд, больше о нем не слышали. Недавно на дороге в Данстар нашли женщину. Она была совсем голая, и вся дрожала. Стража от нее смогла добиться лишь рассказов о странных экспериментах и о том, что Арандил все время что-то черкал в дневнике. Тебе удалось сделать то, что не вышло у Векса в Златоцвете. Так что ты молодчина. Так это ты протеже Бринильфа, да? По мне, ничего особого ты из себя не представляешь. Одно дело говорить, что у тебя есть воровской талант, и совсем другое — его иметь. Цены, лучшее качество в Скайриме. Защити себя надежно. Купи броню у Грейлхи. Недавно в городе, да? Небось, рыбалкой интересуешься?